Я когда начала, я пропала просто на сутки, даже на двое. Я никогда в жизни не чувствовала ни от чего такого вот кайфа, да, будто все вообще перестает существовать, и ты находишься в своей вселенной, и ничего нет вокруг. Я просто начала это делать для себя, как хобби, дома. Я там жила с бабушкой, с дядей, с тетей в трехкомнатной квартире, писала маслом, им это все воняло, сушила на кухне, на холодильнике. Они приходили домой с работы, типа, Аня, ужас, у меня болит голова, хватит это делать. Я не могу заставить себя сидеть за компьютером. Ну, то есть я делала очень крутые коллажи. Мне было интересно совмещать какие-то формы, да, но она у меня не имела продолжения. То есть внутри я не чувствовала такого удовольствия, как от работы вот, с живописью, с красками. Я все-таки про живое. Я не знаю, когда наш мир перейдет в метавселенную. Я, наверное, останусь последним художником, который будет сидеть в мастерской и надеяться на то, что людям все-таки нужно что-то живое, что-то настоящее. Я про это.